Его поймать очень трудно. Смотри там, смотри. Смотрите. Не шевелите ногами, он слышит, как ходят люди. Как эта куча образовывается, видишь? Вон высунул нос. Лапками, да, вот так? Он носом толкает. Носом. Смотрит. Смотри туда, ты гляни внимательно. Виталий, обрати туда. Приблизь его. Надо наоборот встать тебе, чтобы выше было видно. Вот сразу трансляция. Тихо. Ногами не шевелите. Это редкий случай. В траве его не видно, он на дороге. Я говорю, ему не слышно, потому что ветер не туда дует. Видишь, как он носом выталкивает. Там еще дальше крот роет. Сказал молчать. Тебе еще. Бестормозная какая. Стой на месте. Редчайший случай. Я нынче первый раз вижу. Я знаю, это сейчас толкешь. Он рядом, смотри на него. Вот он. Как он выбрасывает землю. Раз и обратно. Раз и обратно. Куда девать-то? У него метро там. Переходы разные. И он отсюда сейчас может за своей стороны линии вылезти. А в эти переходы это не видит. Вон там тоже копает. И в это время черви ползут. И они доползают до сюда и выпадают. А дальше червяк не знает. А он идет, а рядом собирает и все. Скажет, что Роспотребнадзор мне колбасы подкинул. Тот более активно работает. Еще делается. Вот как он. Удивительное дело. Вот что Бог показал. А тот-то он где вырыл. Машина где? Он слышит, когда трясется земля, он ушел. Затихло движение. Ему это дано. У него глаза почти слепые. Уши закрыты. Ему земля не попадает. И рот у него, вот бывает иногда, это ягода Виктория. Так я плоский, вот такой вот нос давит. Вот на кротовью морду похожая ягода бывает. Здесь нет такой. Ух ты. Вот он. Ничего себе, спасибо. Все. Так, давайте сейчас рассудим. Так, Сергей Павлович, подойдите сюда. Я тебе маленький случай расскажу. Моя сестра рассказывала, родная. Они ехали, милиция остановила. Ну-ка, вылазьте. Один вылазит, они стоят, два милиционера. Второй вылазит из машины. Третий, четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый. Такая маленькая машина. Они говорят, мы не штрафовать ничего не будем. Покажите только, как вы там сидели. А говорят, мы попытались, ничего не получилось. Они как складишок вот так вот руки свалили друг другу, куда ноги, куда руки. И 11 человек набились в машину. Я к чему это говорю? Сережа, в машину. Ты сможешь забрать больше, чем было? Я пешком пойду. Так, я сейчас буду говорить, да. Можно туда подальше? Да, сюда, иди рядом. Весь куда пошел? Кружку искать? Да. Ну да. 10 раз говорил, остаетесь одни, не вернетесь, пока не найдете. Все, пошли. Стояла рядом, пришла. Карауль, гляди, все. Пошли. Да ничего вы не найдете, это трудно сказать. Так. Не надо подарить. Теперь маленьких туда. Иди туда. И кружку. Кто поедет, возьмите кружки. Что? Кто поедет, можно с ними кружки? Все туда, я все это. Главное. Можно я пешком пойду? Нет, можно. Я тоже пешком. Я тоже пешком. Я пешком. Тоже пешком. У тебя нога болит, садись. Я тоже. Нет. Я пешком. Так, Сережа будет главным. Тогда так, кто хочет поехать на машине? Я. Так, отходи. Отходи. Осторожно, Нестор. Так, Сергей, где он? Идешь, у тебя тут глаза. Увезешь? Стойте, всех. А? Увезу. Все, уходи. И ведра. Забирай, всю ягоду всю отдайте им. Подвезешь прямо к дому. А вот это слишком полно. Да, по половинке сделайте. Держи. Вот так, я наказывал. На один шаг не отходить. Заранее говорю. По пол ведра сделайте. Но вы могли бы и придерживать руками. Да. А тут аккуратно.
Вы готовите целую жизнь. По пол прям бежать? Ну, чем меньше. Вот постижания нет, ничего нет. Чем нет. Меньше, тем лучше. Нет, самохотения по твоему в мире не будет ничего. Тебя нет. Придавят. Ну, давай тогда поменьше. Определенные условия. Если вода идет вниз, дым вверх. Угу. Да. И к этому надо приспособиться. Хорошо. Так, сейчас освободят. Я поехал домой, готов. Несуйте, сейчас начнут падать кружки. Берите, до машины давай, нужно давай, довезти. Берите, Тарас, держи кружки сверху, чтобы не упали тут. Ты кружки держи. Отпусти, Тарас. Кто едет в машине? Не падай. Я и пешком пойду. Нестор, все, пошли давай. Пошли. Проверьте все кружки, ложки. Ложки, ложек нету. Идет. Было 10 ведер. Десять ведер должно быть, Сергей Павлович. Посчитай. Ты вперед. Да. Здесь аккуратно, потому что он подержит все. А ведро можно в руки взять. Все 10. Все 10, 10, да? 10 ведер? 10 кружек. Нет, 10 ведер было. Да, кружек получается больше. 7. Кружек 7 было. 10 кружек. Ну, а это Галя же еще принесли трое. Втроем они пришли. 3 10, кружки. Все тогда все правильно. Угу. А ведер сколько? Сейчас. Все, слава богу. Все, садимся в багажник. Все, они уже пошли. Ты не будешь с нами сидеть в багажнике. А я хочу в багажник. Уже твой занятий. Так, все. Ну все, загружайтесь, ребята. Мы будем придерживаться. На ягоды не садитесь только. Ага, то есть сядет варенье. Варенье будем. Варенье с молоком кушать. Я больше варенье с молоком кушать. Варенье лучше варенье с молоком. А вот варенье с молоком. Виталий, там это, у нас футболку, штаны. Сергей, видишь? Да, они что, мелкие, залезли спокойно. А я что?